принципе. Вот такая дорога у нас ведет, кстати, сегодня к даче Сталина. Вот. И пробочка. Любят здесь пробочки. Эту пробочку показывает зеленую. А это направо на аэропорт. Вот такая погодка сегодня с утра прям зарядила. Вот через Адлер. Уже дождя меньше, как прогноз обещал. Впереди дача Сталина. И Витязева на два дня прощаю, Витязева. На два дня, на два дня. Бензин 47,92. И изменившись сказочно. Люблю вот эту дорожку азиатскую. Роснефть 48,10,92. 95-й 53, как в Анапе цены. Температура 12 градусов. Так, вот здесь правее держимся. Всю дачу Сталина и поворачиваем направо. Это указатель у нас на Сочи центр Джумба. Вот здесь направо поворачиваем и сразу же налево. Так, и вот едем здесь, видите, какие дорожки. Через 300 метров поверните налево. В общем, через 300 метров. Так, вот едем. Сейчас где-то направо будет. Вот здесь, наверное, направо. Да. Поверните направо. Вот сюда поворачиваем направо. Без проб. Так, ну вот указатель. Идем на дачу Сталина. Вот по таким ступенечкам. В живописнейшем месте. Так, ну вот идем. Впереди еще люди тоже идут. Дачу Сталина ищут. Ну вот она впереди. Судя по фотографиям в интернете, вот это и есть дача Сталина. Горочку приходится подниматься. Ну вот так кругами-кругами идешь. Но в конечном итоге все равно придешь. Видите, красота какая. Так, ну после этого вот указатель. Дальше Сталина. Еще надо идти, оказывается. Высоко и далеко добрался Иосиф Виссарионович.
конца и краю подъема пока нет. Еще видите впереди сколько подниматься. Бедный Сталин, как он пешком тут добирался. Вон люди впереди. Я думаю, что пешком-то он не мучает. Тоже люди идут смотреть. Так, ну вот, встретил людей, на встречу спросил, далеко еще до Сталина. Дальше далеко, говорит, минут 7 еще идти. С учетом подъемчика, может, они как на спуск 7 минут. Подъем на 60% больше надо времени заложить. Ну, чувствуется уже где-то финиш маршрута дачи Сталина. Что-то пока вот это все панорама не производит впечатление дачи Сталина. Какие-то корпуса, санаторий «Зеленая роща». Ну и правильно, вон подъезжать сюда, и вон автостоянка. А? Подъезжать, и вот автостоянка. Да, я и говорил тебе, то что машины едут, случайно. Ну и вот автостоянка для посетителей музея дача Сталина. Направо, вот она стояночка. Можно припарковаться. Вот, похоже, финишный аккорд подхода к даче Сталина. И вот она дорожка. Ну и финальный аккорд дачи Сталина. Право за билетами. Каждый час экскурсии здесь. Касса, видите, направо. Фух, неплохо.